телеканал «Тюменское время» совместно с геронтологическим центром запустил медийный проект «Пенсионеры меняют профессию». В начале недели представители золотого возраста побывали у нас на экскурсии, даже попробовали, что значит быть телеведущим. С заданием все справились и теперь получили возможность попасть в эфир. И сегодня прогноз погоды для нас подготовила одна из участниц проекта Ольга Артемьева. Здравствуйте! В Западной Сибири погодой правит атлантический циклон. Это значит, что небо будет затянуто облаками. В Салехарде завтра днем всего плюс 2. В выходные возможен дождь. В столице Югры Ханты-Мансийске в субботу около 0. А в воскресенье там не стоит удивляться даже снегу. На юге Тюменской области будет теплее. В Тобольске завтра днем плюс 3. Переменная облачность. Но вот ночью столбики термометров будут опускаться до минус 4. Возможен гололед. Водителям стоит быть осторожнее. В Ишиме в субботу плюс 6. Синоптики обещают дождь. Примерно такая же погода будет в Заводоуковске и Луторовске. В выходные на прогулку лучше захватить с собой зонтик. В Тюмени завтра будет облачно и без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 5. Атмосферное давление в норме. Потому даже метеозависимые люди могут смело заниматься любыми делами. У меня все. Берегите себя.